Эпизодом в трех районах Санкт-Петербурга. Один из пострадавших – танцовщик театра Бориса Эйфмана, гражданин Новой Зеландии Тасман Дэвидс. Вместе с друзьями он собрался в Турцию. За путевки компания друзей выложила 240 тысяч рублей. Но Куликова якобы не смогла забронировать отель и лишь пообещала вернуть деньги обратно. Потом она начала толкать речь, что у нее из-за развода с мужем ситуация, а поэтому у нее все счеты заблокированы. Удивляется больше всего то, что это уже происходит очень долго. И до сих пор Екатерина на свободу, и даже, может, и сейчас из-за себя вовсе продает туры. Дмитрий Яксимбаев решил